Как себя чувствуют будущие мамочки? Всем здравствуйте. Всем-всем здравствуйте. Да, к вам присяду. Ой, и все сразу же. Все-все-все. А Вигуська скажет, я лучше уйду, да? Я вообще-то хотела поговорить о наших мамульках. А вы все меня облепили. Ой, я даже не вижу, что снимать. Шейхончик. Вон они все меня облепили. А мамашки будущие ушли, да? Невозможно с вами рядышком присесть. Всем сразу же нужно внимание. Да, наперебой. Ну, а мамульки наши чувствуют себя хорошо. Кушают хорошо, аппетит хороший. Витаминки не хотят кушать, но приходится. Милусинка, Милусь. Что-то унюхала такая деловая колбаса. И прям очень даже интересно. О, пописюнить она унюхала. Надо. Прям интересно, какие будут щеночки. Милусь, у тебя какого цвета будут щеночки? У Вигуськи были практически беленькие, как она, чуть-чуть с пятнышками. А у Милуси неизвестно. Она у нас первый раз, да? И мы опасаемся за нее. Дайте глазки протру. Волнуемся за девчонку, за красавицу, за маленькую. Она все-таки очень такая хрупкая девочка, да? А, и Вигуська ползет. Где мой зелятый ребенок? Эти абракадабры вас сместили, да, с места? Вон, уперлись все. Развалилась лисица. Лиса-лисица развалилась, балдеть. Лялище тут рядышком. Все собрались сразу же. Да, милусенька? Значит, я вот вашу лежаночку села, чтобы не на голову уж это покрытие. Ложись, пожалуйста, ложись. То есть никак они не оставляют, чтобы только про кого-то поговорили. Нужно сразу же всем остальным присоединиться. Ну, и, конечно, всех выгонит, да. Всех выгонит, лучше и лежанку себе отожмет. Лёля, скажи, я все равно рядом притутулюсь. Да. Ну, в общем, здоровье. Тут все хорошо. На УЗИ нам еще пока рано ехать. Так что пока еще не знаем, сколько у нас. И вообще, получилось ли что-то у нас еще или нет. Потому что еще срок все-таки маленький. А всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения.